кировчанам, да и всем жителям региона в уходящем году необычайно повезло. В городе Кирове открылся новый медицинский центр «Ракурс», основным направлением деятельности которого является использование уникального альтернативного метода лечения множества заболеваний с использованием ТЭС, КВЧ и квантовой терапии. Уникальность метода предполагает практически полный отказ от приема лекарственных препаратов. На медицинском рынке Европы, России и стран СНГ он широко известен уже 10 лет. Исходим из тех возможностей, которые выработала, так сказать, медицина, может быть, за сотни, за тысячи лет, но которые уже, так сказать, были. Мы собрали все лучшее, что было известно не только в наркологии, но и в медицине, начиная с рефлексотерапии восточной, которой тысячи лет, гомеопатии, которой всего 200 лет, и новейшие технологии. Это транскраниальная электростимуляция, квантовая терапия, лазеро-рефлексотерапия, крайне высокочастотная терапия. И разработали особую технологию их применения в определенном сочетании, в котором действие каждого из компонентов многократно усиливает действие другого компонента. Одним из важнейших направлений работы медицинского центра «Ракурс» является эффективное лечение всех видов зависимости – алкогольной, никотиновой, игровой, пищевой, интернет-зависимости. Огромное внимание уделяется и параллельному лечению сопутствующих заболеваний, перечень которых столь велик, что осведомиться о нем будет разумнее при личном общении со специалистами центра. Какими средствами вы достигаете терапевтической эффекта? Прежде всего, это сердце метода, это тщательная диагностика, строгий индивидуальный подход, компьютерное обследование, которое включает сейчас уже около 30 отдельных тестов или видов обследования, которые компьютерная программа обобщает, анализирует и выдает индивидуальную схему лечения для данного пациента. В этом основная наша технология, наше ноу-хау, наше изобретение и, в общем-то, наша эффективность нашего лечения. И так называемая транскраниальная стимуляция эндорфинной системы организма, стимуляция выработки гормонов радости. Об этом, наверное, слышали многие. Благодаря программно-аппаратному комплексу в медицинском центре «Ракурс» проводится диагностика всего организма, определяется его психосоматический статус и назначается определенный вид лечения на самом современном медицинском оборудовании, аналогов которому еще нет не только в Кирове, но и во всем Приволжском регионе. Наша, в общем-то, гордость – это аппарат «Трансэйр-05». Это полипрограммный аппарат последнего поколения, который проводит тест-терапию или транскраниальную электростимуляцию головного мозга. Полная анонимность, гибкий график, индивидуальный подход, душевные отношения и располагающая обстановка делают посещение центра стократ эффективнее и приятнее. Воспринимает человека как по-семейному, то есть окружает теплом и спокойствие. Мы очень рады, что наши пациенты уходят от нас каждый день после наших процедур с улыбкой, радостные, и приходят к нам вновь. К нам приходят действительно люди любого возраста, и женщины, и мужчины. Мы лечим всех. Немножко отличается схема лечения, иногда радикально, но основная схема лечения всегда остается. Иногда, вот, скажем, детство, там, до 16 лет, кое-что добавляется. То есть более расширенная схема лечения. Мы лечим до конца, мы отвечаем за результат своего лечения. В этом наша гарантия. Работаем столько, сколько надо с пациентом, чтобы достичь стабильного эффекта. 13-й год, год рождения нового медицинского центра «Ракурс», а также знаменательная дата и события для сотрудников медицинского центра и десятков наших пациентов, которые познали живительную силу метода «Ракурс». А потому в Новый год они вступают обновленными, оставляя за плечами груз своих вредных привычек и болезней. Всех, кто с нами уже познакомился в этом году, и, может быть, новых наших друзей, поздравляем с новым 2014 годом, годом новых побед!